Всем привет! Как всегда, актуальные новости, заваривайте чаек, но я, как всегда, буду пить тот же напиток кофе. Сегодня у нас понедельник, 16 мая, и на графике биткоина довольно позитивная ситуация. Достигал он сегодняшнюю отметку 31 466 долларов. Это очень прикольно, то что мы не падаем ниже 24 500 долларов. В общем, держимся. Про это я вам постоянно и говорю. Ребят, вы не угадаете никогда дно. Если дают такие сквизы, закупайтесь. Дело в том, что если мы пойдем еще ниже, то что я мало верю, но все, что мы можем делать, это выбирать лучший момент для усреднения. Еще биткоин свозили вниз, также докупились. И обязательно следите за графиком ликвидации. Если вы видите, то что на сегодняшний день было увеличение лонгов, это можно посмотреть на данном сайте. Я оставлю данную ссылку в описании ролика. Если вы видите, то что за последние 24 часа было увеличение лонгов по биткоину, либо по другому альткоину из этого списка, готовьте фиат. Скорее всего, нас свозят вниз и сделают быстрый откуп. Когда я говорю, инвесторам не важно, где закупать, я имею в виду, не важно, в каком тренде он закупает криптовалюту. Я старался закупаться вот на таких проливах. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и здесь. Иногда, конечно, были обманки и не получалось это делать, но процент закупа на сквизах был намного выше, чем на хаях. Если вы будете закупаться в такие моменты, ваш портфель понесет меньше убытка, чем вы, допустим, закупались постоянно на хаях. Усреднение будет намного слабее. В своем закрытом чате Telegram, в принципе, я этим и занимаюсь. В общем, такой схемы я смогу накопить больше монет и токенов. И когда начнется памп биткоина, а это происходит неожиданно и очень быстро, вы уже не раз это наблюдали. Посмотрите, какие свечи. Так вот, когда это произойдет, у меня будет намного больше профита, чем у человека, который закупается единоразово, либо вообще не понимает, как закупать криптовалюту. Также, кто постоянно меня смотрит, знает то, что я наконец начал накапливать BNB. Первый заход я сделал, когда BNB стоил 360 долларов. Когда весь рынок поймал панику, я усреднил по цене 320 долларов. И еще в момент бешеного дампа я ставил лимитку на 207 тысяч долларов. Ребят, чтобы вы понимали, я не закупаюсь на большие деньги единоразово. Допустим, я накапливаю 1000 долларов и инвестирую в процентном соотношении. 40% это биткоин, 30% это альткоины, 10 или 5% это всякие щиткоины, мемкоины. Остальное оставляю все в свободном фиате. Но чтобы вы понимали, свободный фиат у меня всегда есть, и я его постоянно накапливаю. Если у тебя было 1000 долларов и вложил ты 900, то остается сотка. И допустим, в следующем месяце ты также накопил 1000 долларов. Так вот, для следующего вклада у тебя уже есть 1100 долларов. С каждым разом у тебя депозит увеличивается. То есть помимо того, что ты инвестируешь, ты еще грамотно откладываешь деньги. И наступит такой момент, когда у тебя уже сам фиат даже увеличится. До 2000 долларов, до 3000 долларов. Поймите, богатый не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто умеет откладывать. По мне, так это самое главное в экономике. Учитесь вести бухгалтерский учет. Записывайте все свои расходы. И в конце месяца посмотрите, на чем вы сможете сэкономить. Вы не поймите меня неправильно. Я вас не призываю ни к чему. Я вам рассказываю, как я лично делаю. Это мой опыт, я с вами делюсь. Как по мне, это бесценные знания, но многие с этим не согласятся. И это неплохие люди. У них есть своя точка зрения, это очень круто. А также продолжу закупать эфириум. 13 мая, сразу после пролива, новая дневная свеча открылась на повышение, то есть бычья свеча. И успел я отхватить небольшой кусок. В общем, также вложил сюда 100 баксов. Эфир буду докупать потихонечку, буду вкладывать не больше, чем по 100 долларов за раз. Я никуда не спешу. Сейчас вся эта возня с биткоином продлится, может быть, до 1 года. А может быть, и в следующем году нас будут мучить. Никто не знает будущего, и я этого не знаю. Теханализ, к сожалению, не предсказывает будущее на 100%. По нему можно сделать анализ. То есть, именно проанализировать прошлый случай, почему это произошло. И, возможно, на данном теханализе можно будет немного предсказать будущее на процентов так 10-15. Но не более, ребят. На рынке денег становится больше. Приходят умные люди, а именно инвесторы. У каждого своя схема по заработку. И каждый раз происходят манипуляции все жестче и жестче. Поэтому я делаю вывод, нужно закупаться на всяких проливах, на сквизах. В общем, стараться купить дешевле. Пока что у меня это неплохо получается. Что касается альткоинов. А мы идем дальше. Криптобаблы. Очень крутая картинка. Потихонечку начинают отторговываться. Это же очень приятно, когда ты закупаешься в кровавый день. А сегодня все зеленое. То есть получается, у тебя есть маленькая победа. Ты купил дешевле, чем сегодня. Но, конечно, это не касается Terra Luna и UST. Мне кажется, уже хватит про них говорить. Все, что можно было, уже сделано. И если у вас есть вложенный депозит в Terra Luna, то, ребят, остается только ждать. Что можно было, то сделано. Как по мне, единственное спасение – это хардфорк. Но многие с этим могут поспорить. Для тех, кто не знает, что такое хардфорк, это создание нового актива на основе старого блокчейна. Все знают историю с эфиром, так здесь то же самое. Я думаю, обычные пользователи уже слишком много сделали для данного актива. Поэтому нам остается только ждать. Как говорится, время лечит.
Отвлекитесь, ребята, Терры. Все, хватит уже. Мы и так слишком много сделали для этого проекта. В данный момент вы занимаетесь совсем не тем. Сейчас вам нужно вернуться на то место, где вы были в течение всех этих лет. Продолжить инвестировать в криптовалюту. Потому что если начнется памп, и вы будете заниматься луной, откупать и усреднять ее, она будет давать только минус. В общем, думайте сами, решать вам. На сегодняшний день всем рекомендую брать те же активы, то, что я постоянно вам и советовал. Это продолжить накапливать. Обязательно. Биткоин, Эфириум Классик, Dash, Zcash, Huobi Токен, эфир на свое усмотрение. Несмотря на сильное падение по тета, я продолжаю ее докупать. Я в этот проект верю, мне он очень нравится. Кто бы что ни говорил, но именно в Америке она очень сильно популярна. Многие токены и монеты, конечно же, пропали с моего списка. Но если тебе интересны подробности, какие именно платные рекомендации я даю в своем закрытом чате Telegram, пиши в личку, все обсудим. Ну а я также настроен побычьи, продолжаю закупаться, с некоторыми токенами делюсь с вами. И обязательно не падайте духом. У меня на сегодня все. Всем до завтра!